Ну что, привет, Андрюха. Здравия. Наконец-то добрался до тебя. Очень много народу просило записать интервью с тобой. Значит, ну, расскажу немножко о тебе. Значит, познакомился с тобой где-то полгода назад. Увидел твое видео про прецедент в судебной системе. Подожди. Увидел твое видео по поводу прецедента в судебной системе, как ты оферту выставил этим ФССПшникам. Ну, и очень понравилось, начал следить за тобой. Ну, и всем советую. Напомню, это Андрей из города Пермь, канал «Товарищ Сталин 2.0». Ну, все хотят услышать твое мнение по поводу векселей. Именно вексельная тема сейчас всех волнует. И насколько мне народ скидывает информацию, у тебя самые лучшие, самые продвинутые результаты какие-то есть. Что ты можешь рассказать? Ну, у меня лично тяжело со скрипом, да, многие вещи идут. А у людей вот мне отписываются хорошие результаты. Ну, вот у нас еще у Елены, да, у главы общины, два дела закрыли там. Ну, судебы конец пришел просто. То есть, у нас тут тяжело, почему со скрипом идут дела. Ну, все об этом, как говорится, знают прекрасно, да, центр чего у нас тут находится. И кто у нас чего? Тут рулит. Да, кто у нас тут руль пока в руках держит. Скоро отберем. Насчет векселей, да, на этом все завязано. Потому что это торговое морское право, оно везде. То есть, оно везде, на нем все завязано. И римское право, к тому же. Вот. А так как я еще дальше ушел, я еще аллодиальное право почитал, вещевое. Какое? Аллодиальное. Аллодиальное право. Это вещевое право. Ну, понимаешь, сейчас вот, если мы поэтапно пойдем, да, с тобой, насчет этих самых векселей, и ты поймешь, к чему это все приводит. То есть, вообще, как бы, вся вот эта вот кухня, она завязана на торговле. Понимаешь? И кто мы в этой кухне? А мы товар. Вот смотри, насчет векселей. Вексель – это что у нас? Билет, да? Билеты. Билеты – это и есть векселя. То есть, любой билет. Возьмем Государственного банка СССР, казначейские билеты, билеты этого Банка России, да, там Центрального банка. Это все доллары, евро, это все билеты. Это все векселя. Денег как таковых нет. Это сказку эту придумали для людей. Ну, чтобы они думали, что у них есть деньги, они могут этим что-то там оплачивать и все остальное. На самом деле все наоборот. Денег ни у кого нет, зато полно долговых расписок в виде векселей. То есть, мы что с этого имеем? А мы имеем то, что некая паразитарная система у нас забирает самое ценное – это нашу энергию, наш труд на халяву. И им же надо на что-то обменивать. Они на долговые расписки обменивают это все. На фантики? На фантики элементарные. Если кто-то там думает, что он в Советском Союзе деньги в руках держал, я могу разубедить. Денег в руках никто не держал. Никогда. Это все были долговые расписки. И 100 лет назад это были долговые расписки. То есть, векселя выглядят по-разному. Ну, помнишь, екатерининские, да, деньги, вот эти вот, типа деньги. Это тоже были векселя, так называемые. То есть, все было завязано на вексельной теме очень давно. Торгаши все превратили в товар. А психопаты в товар превратили нас самих. Ну, давай вот по золоту. Говорят, как это у нас же вот эти деньги были, они же золотом обеспечены, там столько-то грамм золота. Хорошо. А вам недавно с экрана зомбоящика передачку один вел некий, как он там, грек, да, который говорил, что якобы у них там в Греции 5 миллионов там тонн метрического золота. Так вот, я вам объясняю. Метрическое золото, метрика, это мы с вами. Нас они в золото превратили, понимаете, вот как товар, только в золоте. 999-й, 9-й пробы, высшие пробы золота. И все, что в этих фантиках в виде золота указано, это мы с вами.
Это не какое-то золото из земли достали. Нет, это мы с вами в этих фантиках. Это наша энергия, наш труд. Вот что это. А плюсом ко всему еще имущественное право, да, у нас? Имущественное право, аллодиальное право. То есть, что туда зарядили еще в эти фантики? А зарядили туда имущество в виде земли. Самое ценное, что у нас есть, это земля. То есть, допустим, казначейские билеты в Союзе. Это 1Р, 5Р, 3Р. Они, это казначейские билеты, были обеспечены землей. Всеми активами Союза ССР. Союз ССР – это общины. 15 общин. Община – это люди. Люди где? На земле. Так вот, самое ценное у общин – это земля. И эта земля была в эти фантики. Они у нас в долг брали использование наших недр, нашей земли. Взамен этого не просто фантики печатали, а обязаны были нам возмещать все это. То есть, в виде чего? В виде достойного проживания на этой земле. Да? Каких там... Ну, что они могли нам предложить? Жилище, да? Комфортное. Медицина, то есть, обучение. Да. Все. Пожалуйста. В Советском Союзе это еще как-то что-то там было. Вот когда Сталина не стало, когда у нас этот предатель Хрущ вылез на трибуну и там обливать давай грязью. Вот с его уже времени можно смотреть, как нас кинули. То есть, смотрите, екатерининские фантики, векселя, были обеспечены чем? Там 17 с чем-то грамм золота. Потом советские стали, уже меньше они стали. Я сейчас не помню точно, не буду углубляться, сколько они там были. В сталинское время тоже, ну, много было. Может, 9 с чем-то даже, да, было. А когда пришел Хрущик, он сделал нам даже меньше грамма. Обесценил. Понимаете? То есть, долговые расписки были обесценены. Если в сталинское время Сталин брал у народа займы, он их отдавал, то в хрущевское время было набрано у народа займов куча, и ничего не было возвращено. И вот это вот все раздулось в такой пузырь, и нам греческий там чел начал рассказывать, что у нас там 5 миллионов метрического тонн золота, тут вашего лежит, ваше там достояние, богатство. Так вот, я вам скажу, это векселя, которые не обналичили. Это мыльный пузырь вот этот раздувается, золотой, да? И нам говорят, что у вас там столько-то золота. Да нет, ребята, вам просто в уши заливают, что у вас там какое-то золото. Золото – это вы. Ваши родители, ваши бабушки, прадедушки, прапрадедушки. Векселя, которых вы не обналичили, как законные наследники. Понимаете? А теперь смотрите, в чем заключается еще фишка. Антон, помнишь, у нас все тема была, вот там паспорта такие, паспорта сякие, граждане СССР, граждане там РФ, короче, граждане какой-нибудь Зимбабве. Так вот, все эти паспорта, это не просто паспорта, это, как тебе сказать, физлицо в юрлице. То есть, физлицо – это что у нас такое? Это фотография, как на памятнике, это физлицо, да? То есть, физлицо, которое, ну, не живое физлицо, оно находится в юрлице, в неком юрлице. Это некое юрлицо назвали паспортом гражданина, допустим, СССР, гражданина Российской Федерации. Но это не просто паспорт даже. Это не просто юрлицо. Это чековая книжка, понимаешь, с номером. Где кроме твоего автографа еще есть некий номер, как ключик к этим, к счету, который на тебя был открыт. Но ты им не можешь пользоваться. И когда ты заполняешь их форму 1П, так называемую, ты в этой форме 1П отдаешь свои права и назначаешь опекуна на это якобы физическое лицо и распоряжаться этой чековой книжкой структуру МВД, которая тебе об этом почему-то забыла сказать. То есть, смотри, у нас денег нету. Векселя только одни, правильно? Долговые расписки. Теперь подумай, можем ли мы ими расплачиваться? Это априори. Как мы можем расплачиваться долговыми расписками, которые выпущены под обеспечение нашей жизненной энергии? То есть, они нам их дали, чтобы потом мы их предъявили и что-то получили.
но не продавали, не покупали за счет их. Это нонсенс полный. Для этого нам выдавать обязаны были чековые книжки, которые, так сказать, как бы сказать, безлимитные чековые книжки, да, которые ты пришел, попредъявил ее, расписался. Ну, вот в советское время не было же, да, электроники никакой. Ты пришел, расписался, там номер записал, все, получил товар, пошел дальше. То есть, не было уже тогда и 100 лет назад не было этих денег. Деньги, они вот эти придумали в виде долговых расписок. Никто не понимает, а почему так? Какой гражданин? Сейчас у нас новая эра, да, пошла цифровая. Все видели, странички в паспорте нету. Обрезали. Так это вот, тыльная вторая, да? Да, то есть... У меня предположение такое, продолжение этой странички обрезанной, ну, по, на крайней мере, если там даже, когда не было ничего, да, сейчас вот можно электронный туда загнать просто чип, который будешь прикладывать к любому терминалу и брать, что хочешь, понимаешь? А фонты вот эти вот, которые они навыпускали, это как туалетная резаная бумага. И, причем даже там золота нету, не указано, сколько там грамм золота. То есть, это вообще просто фант конкретный. Там хоть мы еще как-то светились, да, на тех советских деньгах, там чуть меньше грамма, тут вообще ни грамма, ни миллиграмма. Просто фант. И российская пи***ка как фирма, она обязана была нас обеспечивать всем необходимым. У них даже, Андрей, в этой виртуальной конституции это, Андрей, все прописано. Прекращай вот эти фразы это использовать. Мне придется это все вырезать. Ну, хорошо. В некой Российской Федерации у нас в проекте Конституции ее четко заложено то, что Российская Федерация должна нас обеспечивать всем необходимым для достойной жизни на этой земле. Да? То есть, для достойной жизни. Чем она нас может обеспечить? Да всем, что нам принадлежит по праву. То есть, мы имеем право на эту землю, но мы не заявляем. Видите, в чем эта штука? Мы не заявляем, а у них право заявительное везде. Заявил, получил, не заявил, не получил. Или заявил и получил по голове. То есть, вот у них как-то так все происходит. Нас обеспечивать не обязаны. Как обеспечивать? Выдали нам чековые книжки. Но тут же опять забыли сказать, ребята, это удостоверение личности такое. Понимаете ли? Вот. И вы это самое... Как бы это всем должны теперь стали. Почему-то, ну, сразу. Ну, это скорее не чековая книжка, а вексель на предъявителя. Можно и так сказать, но в нем зарыто все это самое существенное. Почему они сейчас... Вот, допустим, ты вправе отозвать подпись, правильно? Ну, вправе отозвать подпись. Разорвать отношения с этой фирмой, которой нет лицензии. У них же прописано, если нет лицензии у фирмы и заключен договор, ты имеешь право расторгнуть с ними вообще какие-либо отношения, и еще убытки они тебе обязаны возместить. Это в РАШКе, в виртуальном гражданском кодексе 450.1, часть 3, статья гражданского кодекса 450.1, да, часть 3. А форму 1П они тебе ни за что. Хотя у этой фирмы МВД нету экономического вида деятельности. Вы на выдачу каких-либо паспортов и вообще какой-либо паспортизации чего-либо. То есть, нет экономического вида деятельности и нет лицензии на это. Ты, кстати, не слышал, кто-то добрался до формы 1П? Я пытаюсь. Да, изначально. А? Я пытаюсь. Пытаешься? Да. И еще, ну вот хотелось бы еще такую тему затронуть. Смотри, у нас СНИЛСы начали аж детям выдавать. Да? Раньше не было такого. СНИЛСы выдавали, по-моему, как с получением аусвайса. Тоже я долго задумывался, почему так. А все потому же, у фирмы РФ деньги заканчиваются, да, некие средства. Им надо как-то обналик это делать. И они родителей принуждают вот это все получать, заполнять некие там формы, подписываться, и тем самым они дают ключик к распоряжению, опять же, нашими обезличенными металлическими счетами. Потому что я заметил, у приставов, когда вот эти исполнительные производства висят, там четко указано, СНИЛС, везде СНИЛС, понимаешь? Все к СНИЛСу привязано. Я думаю, почему к СНИЛСу привязано? А теперь я понял, что это ключик к этим счетам.
Это не просто ключик, это так называемый идентификатор, который они хотят именно вживить с помощью чипов и всяких жидких прививок. Ну, чтобы доить. Просто доить. Вот и все. Что я могу еще сказать? Поэтому все, что сейчас у психопатов завязано на вот этом вот вексельном, да, все векселя превращают. Но тут еще есть некие нюансы. Вот смотри, допустим, мы говорим, вот судья выпускает векселя, да, выпускает векселя, но векселями все вот эти вот материалы этого дела становятся после того, после определенного времени, да, какого-то. Допустим, человека осудили, посадили, дело закрыли, да, он там отбывает, все. Это вексель. Но если это гражданские дела, то есть их можно возобновить же в любое время, и у них должен быть какой-то перерыв. Поэтому, чтобы судья с этой темы спрыгнуть, не стать должником по этому векселю, не прописывают они, допустим, инициалы только пишут. Фамилию пишут, инициалы ставят. То есть полностью надо, чтобы прописано было тот, кто этот вексель выпустил. Не подписываются решения или подписываются копии неподписанных решений, и там тоже подпись только стоит за эту копию, да, неподписанного решения. То есть, вот всякими такими уловками или написано на бланке и на бланке суда, а на пустой бумажке. Есть такое. Простая бумажка, не бланк суда. Вынесено решение от имени Российской Федерации, хотя он должен выносить от имени суда. То есть, вот такие моменты, они делают как бы этот вексель ничтожными. Но этот вексель становится векселем тогда, когда уже произошло, да, определенное действие. Допустим, человека уже осудили, но только осудили не его, сейчас объясню почему. Осудили, все с него содрали, все закрыли, он совсем согласился, все выплатил, все хорошо. Все, после этого превращается в вексель. И чем толще дело, тем оно ценнее. Судья, когда затягивает дело, вы думаете, что она там какие-то документы собирает, она там вникает во что-то. Нет, нифига. Чем толще дело, тем лучше. И когда вы в апелляцию идете, вы соглашаетесь с тем, что это судья насудила. То есть, вы согласны с этим, согласились с ее решением и с этим векселем. Следующий вексель выпускает суд вышестоящей инстанции. Все, у меня этих векселей 2 тома, 800 листов. Есть в одном деле. Скоро я буду его озвучивать. Мы решили всех этих черных халатов полностью, полностью рассказывать, как это все, и показывать четко, что они там напринимали, что они там понаписали. Короче, вот всю их подноготную выгребать оттуда. Потому что они думают, что посуетились, и как бы и хорошо. Вот. Дальше мне скажи, ты вот этот accept for value, вот это англоязычные, там какие-то 4 или 5 строчек, ты их это практикуешь? Какие-то результаты есть? Там, короче, я их запулил, но я потом просто посидел, подумал, что вот эти все вещи, они делаются на оригинале векселя. То есть, на копии, даже если ее полностью заверить как нужно, да, то оригинал есть оригинал. Нужно оригинал. Допустим, вот подожди, если делать. Подожди. В вексельной книге 1927 года, который выложил Топорков, там четко написано: даже копия имеет одинаковую юридическую силу. То есть, вот этот протокол, который выписывает этот гаишник, угу, уже там под копирку пишет, да? То есть он пишет на оригинале, там синей ручкой, а потом копию, которая получает через копирку, получилась копия, он выдает там этому водителю на того, кого выписан. И в этой книге написано, что вот эта копия, она имеет точно такую же юридическую силу. То есть, по сути, на этой копии можно написать это индосамент, то есть, с обратной стороны, либо алонжем прикрепить. Можно, но ты понимаешь, вот полиционер что делает? Он с оригинала делает копию, правильно? Если ты на оригинале напишешь индосаментную запись, она пропечатывается на копии. То есть тогда. Ты не понял. Есть понятие оригинал и копия оригинала. А это получается протокол составлен через эту ксерокопирку, короче, это. Те же действия произведены, только через копирку. Ну понятно. Смотри, я сейчас объясню. Вот. Когда подписываешь этот протокол, да,
А потом ты вдруг взял на его копии, написал индосамитную запись. Но они-то предъявляют в суд оригинал. Он приходит оригинал, а у тебя копия. То есть, ты ее после уже написал. То есть, ты сначала согласился, а потом якобы не согласился. Понимаешь, тут надо сразу. Или ты согласился, или не согласился с этим. Тут тоже свои моменты. Я говорю, они по-разному, вот эти вот все ценные бумаги, выглядят. Поэтому, если ты на оригинале вот этого протокола напишешь индосамитную запись, то у этого полиционера премии не будет пару месяцев точно. Потому что эти ценные бумаги выпускаются, они подотчетные. Им эти ценные бумаги дают на подотчет. То есть, если накосячили, они за это ответят. Поэтому для них это целая эпопея, если у них закосячен вексель. Ну, это мы, наверное, у нас, возможно, одни и те же источники информации. Мы с тобой знаем, как это происходит. Для всех, я думаю, это не обязательно озвучивать, но информацию я про это косвенно могу подтвердить, что у них идет очень строгая отчетность именно всех протоколов, вне зависимости от того, как они там с рамкой, без рамки, там, с продавленным номером или как. В общем, у них очень строгая отчетность по этим всяким протоколам и актам, и все такое. Ну, вот, допустим, возьмем этих следаков, да, оперов, то же самое. Они шьют дела, знаешь такое выражение, дело, сшитое белыми нитками. Да? Так вот, если дело сшито белыми нитками, это дело, ну, как сказать, оно пшик на самом деле. А со стороны вексельного права это вексель делается. И вся вот эта вот система заточена на том, чтобы обналичить твою чековую книжку. Судят они тебя. Они твой паспорт судят. И чековая книжка, и потрошат ее. А если тебя, допустим, закрыли еще на зону, то кто понимает, да, о чем? То есть, ФСИН у нас становится доителем этой книжки. То есть, дойники включаются уже туда. Вот и все. Все идет в виде торговли. И у психопатов, у них такая штука. Они заявили, вернее, у нас Папа Римский, да, заявил право на, что он заявил, душу, дух, тело, имя, понимаешь? И мы стали типа товаром каким-то. По молчаливому согласию, кивнув гривой, стали товаром. Так вот, чтобы не быть этим товаром, мы должны заявить, что мы не товар, понимаете? Тут опять же право заявительное. То есть, римское право переплетено с торговым правом. Ну, видел эти, любое свидетельство о рождении возьми, там римские цифры стоят впереди. Это римское право. То есть, плавно перетекающее. Вот оно тебе получается, вещевое ладиальное право, где Папа Римский заявил, что мы его вещи теперь. Собственность. И эту собственность они в золоте. 999 и 9 пробе. И в этих векселях они там это золото и прописывают. Но сейчас просто беспредел, то что даже этого золота там нету. Фонты простые, которые обналичиваются. Ну, а для чего они, эти фонты? Чтобы качать с нас бесплатно нашу энергию и получать результаты нашего труда на халяву. Вот и все. А куда они ее качают? Для чего они ее используют? Для чего используют? Ну, тут по-разному. То есть, я сейчас не буду углубляться в эти вещи, потому что многие умные люди, которые, ну, просветленные, да, говорят, что наши страдания, муки, ими питаются некие сущности. Вот. А у этих сущностей служителями являются вот эти вот всякие, как они называются-то, религиозные там папы или кто там они, дяди, которые помогают качать эту энергию. То есть, втюхивают нам в голову, что мы рабы некие. Вот и все такое прочее. Вот и качают, а теперь вообще на халяву. Просто-напросто. Подожди, ты по поводу вексельного права что-то не сказал. Ты, я слышал, ты там что-то тестировал, что-то прошивал, что-то какие-то алонжи там, эти индосамент написал. Результат есть какой-то? Или пока все в стадии практики, проверки? Тишина полнейшая. А? Тишина у меня поэтому. То есть, там вообще просто все потухло что-то. И ни туда, ни сюда, и никаких ни ответов, ни приветов вообще по этому поводу ничего нет. Так подожди, а Игорь же с Москвы, он говорит, там 4 дня у них на ответ максимум.
Да, у них 4... Да, у них 4 дня на ответ, но понимаешь, если ты приставам присылаешь в эти ОПСы, ты думаешь, они там это все понимают? Нет, они там не то, что по пояс деревянные, они там вообще деревянные. Как Буратино у Папы Карла. Понимающие только есть, которые все это соображают, понимают, и за что им прилетит, это в главном управлении, то есть вышестоящее начальство. А вот эти вот ОПСки, это вообще, знаешь, это, как сказать, гоп-конторы, которые вроде бы они пользуются реквизитами главного управления ФССП, но в то же время они к нему вообще никакого отношения не имеют. То есть, это обезличенные самозанятые тела, которые типа грабят... франшизы. А какой там даже франшизой не пахнет? И потому, что у них ни одного документа даже, знаешь, даже франшиза, у них она все равно где-то прописана, еще что-то, а у них даже этого нет. Это просто гопники. Обычные гопники. А народ этого не понимает, что к ним пришли гопники, их выкидывают из квартиры. Или забирают имущество какое-то. У них нету ничего. Они, во-первых, у них четко прописано это все, что они замещающие должность. Ксивы левые, там непонятно, кто их выдал. Ну, и полицаям тоже непонятно, кто выдал. Один мне он заявил, что ему МВД выдало. Я так понял, что кирпич из МВД вылетел, ему подписал там все. Должностное лицо где? Не знаю. То есть, доверенности нету. Ну, коммерческие конторки, доверенности нету, ничего нету. Даже в коммерческой конторе, которой вот они реквизитами пользуются, там должны быть обозначены эти филиалы там, или подразделения обособлены. Их там тоже не существует. То есть, если что, кипиш какой будет. Начальник этого подразделения, вот, допустим, главного управления ФССП по Пермскому краю, он скажет, а это ихняя личная инициатива, я ничего не знаю. Нет. Я их первый раз слышу, что они вообще там есть. Подожди, Андрей, это мы все знаем. Давай о другом. О том, что интересно народу. Ценные бумаги можно сделать, в принципе, из всего. Это ясно. Подожди. Давай. Вот реально надо этот... визуальный счетчик ставить. Чтобы видно было, сколько под тобой произнесено слов, сколько мной, сколько я говорил по времени, сколько ты говорил. И ты увидишь вот такой вот перевес, 1:10, как минимум. Это, понимаешь, как это тетя стоит, знаешь, с глазами завязанными. Кто больше положит? Ой. Я сейчас хочу задать вопрос по поводу то, что... От тебя же вроде, да, там это, гаишник убегал. Что-то он взял права, там сходил, посмотрел, там, типа, это, ни в коем случае с ним не общаться. Это можно спрашивать? Будем это озвучивать, нет? Да, я их вообще удалил оттуда. Они меня попросили, говорит, блин, пожалуйста, говорит, не надо, нафиг нужен. Короче, я говорю, ладно, пацаны, я вас удаляю, нахрен ваш ролик. Но то, что. Права, короче, проверяют, они права проверяют, видимо. Я не знаю, что там у них. Я не могу знать даже, что там у них написано. Права просто забирают права, потом прибегают, них кидают, убегают, вообще уезжают куда-то. Я вообще понять не могу, что такое. Это после чего произошло? Когда я написал им договор с ними, заключил на интеллектуальную собственность. На 5 миллиардов бибариков. Это что ты обозначил? Что в качестве интеллектуальной собственности обозначил? В качестве интеллектуальной собственности обозначил, во-первых, имя. В первую очередь это имя. Понимаешь? Имя, от которого, от этого имени созданы все бумаги. Любые картонки, там, бумажки. Все, что на основе этих бумажек было создано. Это все интеллектуальная собственность. Которую ни в коем случае нельзя разбазаривать. И если ты хочешь, чтобы, ну, вот этот к тебе подходит дядя без доверенности и говорит, дайте ваши права, ну, в первую очередь нужно говорить, во-первых, я в ваших услугах не нуждаюсь, четко ему заявлять, а во-вторых, это моя интеллектуальная собственность, и нужно составить акт о передаче моей интеллектуальной собственности в ваше личное распоряжение как представителю от МВД. Прописываем все реквизиты, прописываем, и после этого
я вам передаю свою интеллектуальную собственность, да, какую вы хотите. Ценник будет 5 миллиардов билетов Банка России к вашей организации, представителем которой вы являетесь. Составляем акт передачи или нет? Если нет, то это уже будет другая статья, это вымогательство. Потому что я не хочу с вами заключать никаких договоров, и в услугах ваших я не нуждаюсь. Вот и все. И желательно все это снимать на видеокамеру, чтобы потом было доказательство того, что вы отказались от их услуг. И они не имеют права вам их навязывать. И получается, вот после этого они просто при остановке... Ну, просто меня уже как бы много парней знают. Я их не кошмарю, не гноблю, ничего. Я им просто объясняю. То есть, у меня с ребятами, с некоторыми нормальные отношения. То есть, они уже сами ко мне приезжали, спрашивали, что за хрень творится. То есть, что просто почитали, послушали. И на работу, говорит, тошно на такую выходить уже. А все же понимают, они прекрасно. Сейчас он со службы с этой вылетит. И хрен он где найдет какую работу. То есть, никуда не устроится, ни на какой завод. Ты у нас же завод... нашел, ты же такси поменял на видеоблогерство. Ну, понимаешь, я как бы народу просто разъяснил, пока вот народ, как говорится, поддерживает меня, я поддерживаю народ. То есть, я стараюсь рыть, как трактор Беларусь, чтобы хоть как-то помочь. Если у меня даже это не получится, да, я на своей, как говорится, на своем опыте горьком все это прошел, пускай у меня не... Зато у других людей получается, если мне люди пишут, я понимаю, ты, Антон, говоришь, все это надо выкладывать, обнародовать, но многие не хотят это выкладывать, понимаешь? У него получилось, он рад до прыжков в высоту там, как Сергей Бубка, пляшет, прыгает. У кого радостно. Что получилось? Ну, допустим, это, судья банку отказывает, допустим, такие вещи. А почему у него это получилось? Ну, потому что... Бумаги отправил судье. Какие бумаги? Где он их увидел? Как он их правильно составил? Откуда он информацию получил? Смотри, у меня есть бумаги. Это по судьям, по приставам. Сейчас вот я еще сделал... Не-не-не, подожди. Я тебе хочу подвести к тому, что он, скорее всего, информацию получил из интернета от таких людей, которые... У меня под роликом. Ну вот. А если бы не твой ролик... А если бы не мой ролик, то бы хату отжали. Благодарность хотя бы. Вот смотри, вот замкнутый круг, да? Мы стараемся, мы роем, как ты говоришь, трактора Беларусь. Мы стараемся все показать людям, чтобы у них больше успехов было. А они берут, получают успех и говорят, нет, я не хочу делиться. Хочу понимаешь... вообще анонимно, чтобы меня вообще это... Все, до свидания. Нет. Ну, не все же хотят что-то там распространять. Есть боевые такие люди, которые, да, они готовы к этому, чтобы показать все это. Даже может какой-то ролик записать, да. Но не все такие, понимаешь. Есть люди, которые, они вникают в это. Вот самое первое, вот что я всех прошу всегда. Да, вы эти бумаги скачали. Вы вникнитесь в них. Вы поймите, что это... Как это работает, вообще, кто вы такие есть на самом деле. И только после этого вы туда... Потому что были проверки такие. Допустим, под видом сотрудника полиции со мной разговаривал человек. По разговору я понял, что он не совсем сотрудник полиции, потому что я их очень хорошо отличаю. Сотрудник это полиции или из другой структуры. Со мной разговаривает простая говорящая голова банковская или подготовленный человек, который задает вопросы... А в этих вопросах прослеживаются такие слова, которые обычная шаблонная голова в этом микрофоне тебе не может этого просто сказать. Ну, ясно, ясно. Ум никуда не спрячешь, все равно видно. Да. По почте тоже была проверка. Названивали из некой конторки, что я якобы... Или мне вернуть какую-то посылку, или я какую-то посылку. Но я никогда услугами частных там всяких доставок не пользовался. И если мне кто-то что-то присылает, мне об этом объявляют, что мы к тебе прислали. Поэтому вот это разводилово было. Я уже понял, кто что звонит. Сначала издевался над ними всяко разно. А потом просто прикололся. Сделал все так в телефонном разговоре, что мне говорящая голова все рассказала, а я и не представился, кто я есть такой. Вот и все. То есть, такие вот проверки идут элементарные. А с почтой вообще все серьезно. Там очень много всего завязано на ней. Поэтому, информацию, если даже правильную дать, да, нужно, не все могут пользоваться и могут себе просто навредить.
Поэтому я в телеграм-канале, я у себя скидываю информацию такую, которую под роликами, ну, не выкладываю. То есть, у тебя телеграм-канал есть, да? Товарищ Сталин 2.0 также называется? Нет, нет. У меня ссылочка есть под видео. Там человек Андрей 78 написано. Угу. Вот. И туда я тоже ролики скидываю. Такие, которые, ну, на YouTube-канале могут блокнуть. То есть, я буду записывать, по крайней мере, стараться те вещи, которые здесь нельзя озвучивать и туда скидывать. То есть, для распространения... Ты не думал это записать интервью вот с теми, не знаю, там, полицейскими или как, хотя бы инкогнито? Ну, надо попробовать. Хорошая идея, кстати. Ты им предложи, скажи, есть технологии, изменим голос до неузнаваемости, если надо. Можно все сделать, конечно. Можно позвонить, поговорить. Ну, пора же выходить на это, как тебе сказать, на общечеловеческий уровень. То есть, нам же с тобой, в принципе, без разницы, кто перед нами, в погонах или без, с одной звездочкой или с тремя большими. Вот мне вообще без разницы. Пацаны простые, вот они многих вещей этих не понимают, да, что они делают. И когда им рассказываешь, у них волосы тоже шевелятся на голове. А вышестоящие начальники, которые там от полкана и выше, они все это знают прекрасно. И в прокуратуре знают, и в Следственном комитете знают, и про ваши, про все эти ЖКХ, которые вы... Я уже, кстати, вот выкладывал, у меня ролик был, да, я просто, ну, хоть 1% информации донес, это с казначейства, выписки вот эти все. Я 4 дня реально потерял, чтобы все вот это вот там хотя бы раскопать. Там четко ведь ясно, что безвозмездные пожертвования физических и юридических лиц. Суммы миллиардные проходят. Это я еще не все раскопал. И не, потом просто некоторые вещи, которые я однорыл, я их потом просто не смог там надыбать. Это сколько биллионов уходит в США. 922 код был написан, куда уходит. И какие налоги платятся от добычи полезных ископаемых. Там миллиардные налоги, где 10% от этого, от этих налогов. Мы не от налогов от самих, а вот они налоги собирают, да, сколько там процентов? 13, да? 10 – это народу. 10% они должны раскидывать на народ. Представляешь, как мы это должны жить? Наши пенсионеры должны в кругосветку 2 раза в год гонять и, не знаю, там, в коттедже двухэтажном с бассейном жить. А они вместо этого вон мусорные бачки делят. Это геноцид. У меня слов больше нету. Вот тебе и векселя. Ну, надеюсь, так называемых погон и всяких служащих, надеюсь, скоро до них дойдет, потому что ситуация в мире, она нарастает. Ситуация у нас такая, вот как до них дойдет? Я им просто говорю, ребята, вы вот сейчас вот ходите, там погоны у меня, там я такой перец, народ свой загнобили, да, вот такой момент настал, вам скажут, короче, ну, или вы, или они. Вы народ свой ушатали, а потом что думаете, вы останетесь жить дальше и кайфовать? Нет, следующие вы. Кто вас оставит? Предатели никому никогда не были нужны. Когда это дойдет-то до всех? Фашисты своих полицаев с собой не брали никуда, ни в какую Германию, когда бежали. Не нужны им были там эти полицаи. Они их или расстреливали сами, или что, они там потом по лесу бегали, как зайцы. Или особо успешных оставляли в качестве шпионов внутри, да? Внутри страны. Да, да. И поэтому... Вот эти вот все вещи с этими с якобы служаками, да, народными, которые совсем не народные, до них просто-напросто сейчас, если не дойдет, потом поздно будет. И вот эти вот приколы, отмазы, как они там, ой, мы же не знали, нас же заставили, нам же говорили, это все не прокатит. На Нюрнбергском процессе это не прокатило ни у каких полицаев и фашистов, и гестаповцев, кто со своим народом такое вытворял. И поэтому вот эти вот все физлица, юрлица, и вот, вот все эти лица, вся вот эта вот возня, если ее там знали, да, повыше, то я думаю, что с них и спрос будет. И неважно, выдавали они доверенность или не выдавали. Они уже это знали, а мы их уведомляли. И материалов очень много, что уведомлены были. Не прокатит.
Ясно. Чем думаешь это? Какие темы думаешь рассматривать в будущем? Темы. У меня вот заинтересовала одна тема. Я сейчас не могу сказать, как мужчину зовут. Он все вещает о том, что якобы 100 лет назад у нас была зачистка здесь определенная. Почему детей много было в детдоме, там березки маленькие, фотографии рассматривают. Ну, реальные вещи, в принципе, рассказывают. То, что, смотрите, вот фильмы снимают, деревья маленькие, да, везде. А потом какое-то там время прошло, деревья большие. Про паспорта он тоже там зацепил тему. То, что в один год с одной серией по всему Советскому Союзу паспорта выдавали. Такого априори быть не может. То есть, вот такие вот ляпы. Кто это сделал? Как это была зачистка? Что землей город засыпали? Почему засыпали? От радиации засыпали. Да, видимо, зачистка была. А сейчас повторяется, допустим, та же самая история. То есть, не получилось что-то. Теперь эту зачистку надо сделать без засыпания землей, без порчи радиоактивными материалами нашей земли. Допустим, ну вот, что сделать? Вакцинацию там какую-нибудь замутить. Почему бы и нет? Вот и все. А физлица, они пойдут сами. Что им там? Много ли надо? Он же сейчас в домике. Он в масочке, в домике. Все. Типа его это не коснется. Нет, коснется. У нас же это все на офертно-акцептных отношениях. То есть, все должно быть согласие. Принуждать не могут. Нельзя принуждать им. Они должны получить согласие. А еще у них есть такая штука, это называется прецедент. То есть, если один дурачок надел намордник, то он сделал прецедент. И все остальные за него попали. Один пошел, ширнулся, все попали. Сейчас ошейник оденут на кого-нибудь, чип загонят в башку под их согласие, но все попали остальные. Все, прецедент сделан. И поэтому тут из-за одного баранства... Слушай, ну таких прецедентов 90%. Вот что по телевизору говорят, то и делаю. Да. И они, что самое интересное, когда им говоришь, что покажи документы, какие документы тебе вон по телевизору уже говорят. А у нас там бумажка висит на этом, на дверях. Пожалуйста. Вот как до такого достучаться? Как говорит Леха Гаранин, лечебная березовая дубина. Надо по телевизору показывать свои видео. Чем я и занимаюсь? Я показываю свои видео. Мне все больше и больше народу звонят, говорят: о, мой, говорит, это. Если бы не твои видео, я бы не проснулся. Все больше и больше звонят таких людей. Так да, людей много просыпается. И некоторые, знаешь, вот, ну, некоторые просыпаются от ситуации, которая их коснулась. Как говорится, пока не коснулась, да, петух жареный не клюнул. Только тогда гром начинают, не грянет. Да, потом начинают рыться в роликах в Ютубе и искать спасение. Ну, а когда вот говоришь, им и надо это. А вот если бы наших роликов не было, а были всякие там эти там другие, там то, что по телевизору показывают, они ж почему? Сейчас же все телекомпании, абсолютно все, и местные там мелкие, и всякие, даже супер-пупер мелкие компании, они все залезли в социальные сети, на YouTube и т.д. и т.п. Да. Они тоже вещают это, они забивают этот эфир интернета тоже своим. Да. Но... И чем они забивают? Видел? Да, конечно, видел. Смотрите TikTok. И... Да, ставьте лайк, либо подписывайтесь, и все. И, короче, какой-то этот... Нет, они как... У них все вот эти вот клипы, сериалы, вот эта вот вся порнуха, у них она завязана на жратве, на сексе, на разводах, на работе и на кредитах. Я вот просто у меня как-то тут черт дернул посидеть на ТНТ. Ты знаешь, вот кроличьи свадьбы реально. То есть, Саша, Таня, там, вот эти какие-то там еще. И вот у них один вот этот блудняк. То есть, вот они, им надо это, потом они пожрать, потом на работу сходить, кредит взять, кредит не дали, нет, дали, потом его платить же надо, головники какие-то. И вот эту движуху они пропагандируют, что так должно быть людям. Понимаешь, эта жизнь, она должна быть. Как так? У нас другая жизнь должна быть совершенно. Мы созданы не пахать, как негры, на кого-то, а развиваться интеллектуально,
да, развиваться, разум свой включать. То есть развиваться и в технологическом смысле слова, то есть технологии развивать, развивать все. Вот мы для развития. А все, что пахать и вкалывать, и как негр на трех работах, мы так не должны делать. То есть у нас у каждого есть свои, как говорится, ну вот как раньше у нас дети росли, да, у наших предков. Вырос парнишка, они смотрят, к чему он приспособлен. И я не думаю, что они за партами 11 лет, 12 сидели. Были определенные ритуалы, где он свои знания получал просто извне и от своих предков. Он к этому предрасположен, он этим будет в жизни заниматься. Он хорошо, хороший воин, он будет обладать искусством воина. Он хороший строитель, будет строителем хорошим. К чему он тянется? Допустим, к науке он будет хорошим это ученым. Ну, вот все как-то так должно быть, а не то, да, что там. С детства понравилось с векселями играться, все, будешь это по вексельному праву специализироваться. Ну, имеется в виду развивать экономику своей страны. Не просто людей загонять в эти, как сказать, в нищебродство там, гнобить, я, отбирать. Знаешь, тоже смотрю телевизор, там этот, какая-то передача, не знаю, они там решили какие-то вот эти сервис TikTok про это. Всякие вот эти вот короткие нарезки видео, там кто-то на шпагат садится, кто-то там еще что-то, короче, всякая фигня. Угу. Я смотрю на это вообще, я думаю, какие им векселя, какие им оферты вообще. Им лишь бы это, посмотрел короткий ролик на одну секунду. Там же вот этот ТикТок, я поставил его, я пожалел, что я его поставил. Туда зайдешь и не выйдешь. Там надо 10 раз выйти, 10 роликов посмотреть, чтобы выйти. То есть там даже там не то, что думать, там даже выйти из этого режима трудно. Он на детском, как залез психике. Туда, и все, и тебе показывают, и показывают, и показывают, и вот эти короткие ролики. Не думать ничего не надо, просто трать свое время. Чистый отъем времени. На детскую психику влияет и затягивает. Просто затягивает туда, и временный промежуток у ребенка получается на покушать только. Они не хотят ни учиться, не хотят писать, читать. ТикТок сидеть хотят. Все, подписчики, лайки. Поэтому и воспитывают на наших детей и молодежь и взялись, чтобы было тупое стадо потребителей. Чтобы им ничего не надо было, только пожрать, поржать и на трех работах попахать. Все. К этому все идет. И пока те есть люди, которые могут донести какие-то знания и какой-то свой жизненный опыт и прошлое показать, что было, таких людей стараются сейчас в первую очередь убрать, чтобы они не могли своим отпрыскам показать, что было на самом деле. Вот и все. И всех в эту цифровуху и загоняют. Ну, вон на Ангелину наезжают, на Игоря Сиво-Железова. Да, на всех, и на меня, и на Шуманина, на всех этих блогеров, ко всем так или иначе какие-то были притязания со стороны системы. Ко всем, конечно, были по-разному, ко всем по-разному были. У тебя что-то было серьезное вообще? Ну, у меня все ограничилось на общении, как говорится, тет-а-тетном общении, то есть как себя поставишь, то есть тут же проверка идет, ты осознаешь вообще, что делаешь? Или ты полный дятел. Вот и все. Если ты дебил, то тебе конец. Я осознаю, что я делаю. Я знаю, кто я есть такой. И могу другому объяснить, кто он есть такой и как вообще должно быть. А если он нахватался верхушек там и кричит, я паспорт гражданина СССР, я еще раз говорю. Граждан не было никогда и нигде. Никаких. Гражданин – это твой паспорт. Он так называется. Да как это не было? По телевизору же сказали, что было. А ты говоришь, не было. Ну, по телевизору это да. Это серьезно. Серьезный аргумент. Не, ну вот, а с другой стороны, почему люди это... Ну, может, есть такие, я не знаю, но я еще не видел. Почему они сами себя не называют там Человек-паук, там Халк, Супермен? Ну, почему нету? Есть всякие... Там, в принципе, психиатрические больницы, если зайти, там всяких полно. Ну, я и там Халков таких не видел, понимаешь? Ну, по телевизору же показывают это. И главное, источник один и про граждан, и про физлиц.
и про вот эти вот все их законы, которые якобы существуют. И там же показывают и про Халка, и про Супермена, и про... Нет, это, а его как показывают? Частота его показа какая? Кого? Халка. Ты каждый день его смотришь? Показывают, а вот это часто показывают. Да. То, что ты мне говоришь. Вот что часто показывают, то в башку и ложится. Вот и все. Вывод какой? Надо больше видеороликов снимать. Да, и этот зомбоящик меньше людям смотреть. Так его будут меньше смотреть, если будет больше информации от нас. Поэтому я тебе говорю, давай это разноображивай свое видеоблогерство путем интервью, там звонки принимай, размещай. Нет, это, конечно, хорошо. Я вижу, больше с документами работаю, у меня это много времени отнимает. Мне приходится это еще и обкатывать на себе. Что не обкатываю на себе, я говорю сразу, не успел еще. Но если есть желание, можно, в принципе. Поэтому сейчас вот я говорю, вылетел маленько из колеи, ну ничего, сейчас вот по фашистам отработать хочу. Ну и выложу, скорее всего. Я могу даже под этим роликом выложить, ну, на своем канале. По фашистам бумаги и... Можно еще по сути, то есть для понимания людей. Но прежде чем ими пользоваться, я сразу говорю, нужно понять, что вы пишете. Там выписаны каноны фидуциарного права. Почему? Потому что у нас все на доверии, понимаете? Вы сами, когда приходите, вам говорит судья, вы доверяете суду. И вот с этого момента, как вы только гривой своей кивнули, вы ее назначили доверительным управляющим физического лица. Все, вы попали. Теперь ваша персона будет точно под контузией. Видите, как все происходит? То есть, вот такие вот нюансы. Сели, встали, поиграли в игру, в сеть встать. Вы попали. То есть, ее задача вас определить, как недееспособного, ну, дурачка, которого можно обстряпать. То есть, вы зашел в паспорт, она видит, когда сидит, допустим, за стулом, она видит перед собой говорящий паспорт, чековую книжку. Ее надо обналичить любым способом. А тут... Не, она видит обеспечителя, источник энергии по паспорту. Да. И ну, вдруг... как есть мотор, который вырабатывает электроэнергию, а есть паспорт на этот мотор. Смотри, какая штука. У нее как матрица перед глазами. Когда ты начинаешь правильно говорить, да, еще не зашел туда, а уже правильно говорить. У нее раз паспорт исчезает, хлоп, человек появился. У нее паника. Блин, человек. Не могу. Нельзя. У нее же, она же торговая судья. Понимаешь? Она только может судить или труп, или какой-нибудь документ. Она не может судить человека. И она тебя начинает разными вопросами. Она психолог хороший. Она тебя начинает раз-раз-раз подводить к тому, где ты, оп, споткнулся. Все, о, опять паспорт появился, все, красота, все, сейчас я его оторвусь на нем. Вот и все. То есть, был такой случай даже вот у нас. Заходит там, у одного человека получилось, да, в суде по документам вывез, второй вывез. А третьему раз сделали, и судья читает, короче, эти документы, у него пот бежит, она там вся, у него руки вот так вот трясутся. И она его спрашивает, фишка у них, я не могу понять, что здесь написано. Не знаю, мне сказали подписать, я ей подписал, она, фу, на тебе обратно это все. Ой, как хорошо. Понимаешь, вот и все. Как бы, чтобы понимать, нужно знать, что ты там написал. Любой вопрос может быть каверзным. Я вот не могу здесь понять. Подожди, вот подожди, поясни. То есть, он ей дал бумагу, от которой я бросила в пот. Но да. Как только она поняла, что он что это не соображает, он. Что там написано. И у нее все, кайф поймала. Экстаз. То есть она, ну, понятно, то есть она для нее появилась как... Паспорт вернулся на место. Нет, она поняла, что она может и вполне успешно использовать все свои уловки, чтобы обратно его слепить с персоной. Да, да. И это ей недолго, минут пять. Все, он готов. А вот я вчера был на беседе, если видел ролик, да? К сожалению, было только два телефона с тобой. Ну, если бы был третий, я бы еще на этого, на Бурлуцкого бы направил. Вот. Так у него были такие глаза. Вот такие вот. Он сидел, он не мог это. Как тебе даже объяснить-то, я не знаю.
Такое ощущение, что вот какой-то рыбак, супер-пупер опытный, который ловил всяких рыб, там, и начиная с мальков, там, и их выращивал, короче, ну, все про них знает. И акулы, там, и кашалотов, и, там, и семгу, там, все знает. А тут бац, какая-то рыба, похожая на слона. И он сидит вот так вот, у него такие глаза, он не знает, что делать, кто это, как с ним вообще разговаривать. Ну, вот такие моменты, это целая, знаешь, наука. Вообще, как правильно разговаривать. А тут, знаешь, от чего больше зависит? От того понимания, кто ты есть такой на самом деле. Когда ты это понимаешь, тебе особого труда не составит вести себя так, как... Ну, ты ведешь себя, как обычно, получается. Понимаешь, как всегда, ты живешь этим. Тебе не надо напрягать голову и что-то там сочинять, когда ты этим живешь. Ты пришел и просто сказал, кто ты есть такой. И твой любимый вопрос, с кем вы сейчас, это, кому обращаетесь? Это твой любимый вопрос должен быть всегда. Ну, кому вы обращаетесь? К вам, а кто я? Вы обращаетесь там к мужчине, да, находящемуся в живых собственности в виде имени Андрей? Или к моей интеллектуальной собственности в виде персоны? Фио вот здесь. Вы можете с ней поговорить, когда вам надоест, и вы захотите поговорить со мной, вы можете мне позадавать вопросы. Вот и все. То есть, вот такие вот, как бы, такие моменты, они вроде бы, знаешь, мизерные, но они свою роль играют. Вот. А еще вы можете запретить ей, то есть, а я вас не назначал доверительным управляющим своей интеллектуальной собственности в виде физического лица, там, паспорт такой-то. Все, я вам не доверяю, я вас отстраняю от этого. Да зачем все так долго? Достаточно сказать, что ты, я генеральный распорядитель данной персоны, все. Это первое. А второе, ты должен объяснить, что ты ее не назначаешь доверительным управляющим этого физического лица. Не-не-не, стоп. Генеральный распорядитель, он имеет монопольные права. Больше никто не вправе управлять персоной, если есть генеральный распорядитель. Ну, понятно, она тебя будет выводить из этого состояния. Тут нужно четко определить, что у тебя между тобой... Если на тебя напали, ты не, ну, как бы, не шкурный интерес у тебя, но напали на тебя, тогда ты четко поясняешь, что между тобой и Творцом как бы нет посредников. И я вас не назначал никаким этим доверительным управляющим. Все. Я могу даже больше сказать. Сказал 3 года назад. Что за каждым из нас стоит Творец, и все претензии идут напрямую к Творцу, мимо меня. Я скажу больше, за нами стоит род. Род. А мы часть Творца на этой планете, чтобы творить то, что он задумал нашими руками. Именно тут творить. Представь, что будет с тем, кто атаковал не просто тебя, а весь твой род и даже на Творца посягнулся. Что с ним будет? А ему конец придет. И всему его роду тоже. Все под откос пойдут. То есть, если судья покусилась на это, то карма прилетит всему ее роду. Неважно, сколько поколений. И они это знают. Я это видел в их глазах. Поэтому те ритуалы, которые они принимают, они дают присягу бар-гильдии, то есть торговые. Также ей должны все, кто с этим связаны, фашисты, и все давать эту присягу. А судья тебе должна давать публичную присягу в суде, что она будет судить беспристрастно, руководствуясь честью, совестью. Ну, ты, конечно, ну, как это, хватит фантазировать. Это не фантазии. Да это фантазии, этого никогда не будет. Ты че? Это общественная публичная присяга. Ну, почитай гильдию бар-гильдию. Нет, так это ясно, но этого же никогда не будет. Иначе Потому что если она примет данную присягу, она сделает ничтожной ту присягу, которую она бар-гильдии приносила, и эту тоже до кучи. Она не может ее ничтожной сделать, потому что там присяга, она не просто присяга, она... Там ритуал целый. Когда просто присягу, там не присяга, там, как тебе сказать... Что такое присяга? Это присесть на колено, буквально. То есть присягнуть. Присел на колено, это присягнул. Во время присяги торжественной произносится клятва. То есть обычно говорят «клянусь», то есть проклинаю сам себя. Это немного не то. Я думаю, что в этих черной мантии не просто присяга, а у них, как тебе сказать, ритуал в виде клятвы.
у них чуть ли не подписка, что если они нарушат вот эти правила, там, Гильбардии, то каноны они, там, или ну, по канонам. Типа это, расстрельная статья, типа того. Да, поэтому все вот эти вот суды, они прямо боятся, что все суды будут видео записаны. То есть, аудио, ты сам понимаешь, да, если тебе там по телефону что-то наговорили, у тебя есть аудиозапись, ты приходишь, и полицай говорит, а аудиозапись или смс-ка не являются доказательством. А вот видео является доказательством, видеофиксация. Вот и все, поэтому и страх в глазах, когда ты с видеокамерой туда заходишь. Поэтому чаще надо туда с видеокамерой. Они не имеют права нас запрещать. Это надо с порога уже все делать, осаживать. То есть, как ты зашел, перешагнул порог вот этого вот заведения, четко должен понять, что пришел хозяин этой земли, на котором стоит это заведение. А кто вы здесь такие, мы посмотрим дальше, и сколько вы заторчали за аренду, за это здание, за использование. А ты в так называемые суды ходишь? Не игнорируешь? За меня Почта России ходит. Которая, если не будет ходить за меня в суды, я сказал, что Почта СССР возобновит свою деятельность. Просто вот и все. Я знаю, что написать во Всемирный почтовый союз. По АО Почта России. Торговая палатка. Пряниками, там, жвачками, чем они там торгуют. Вот. И ты заметил, да, у них синие печати исчезли. Ну, во многих в этих почтовых отделениях нет синих печати. То есть, черные стоят печати везде, черные, все. Синие у них больше нету. Я вот последний раз видел, может, месяц назад синие печати. Все, убрали. Не обращал внимания. Вот, поэтому все сводится к тому, что ну, ничтожность... Кстати, сегодня ролик смотрел... Флаг исчез с этого. Я не знаю, ребята едут, смотрят, флага нету над этим домом советов там, в Кремле. То есть триколор не вьется, вообще ничего не вьется. На стирку забрали? Возможно, я не знаю. Или на отмывание. Ну, и со спортсменов тоже все содрали. Вот. Так что торговый флаг исчез. То есть у нас теперь, скорее всего, готовится новый траст какой-то. С новым флагом, но пока непонятно каким. То есть, кого куда тащат, кого обратно в СССР тащат, кого куда. Но никто не понимает, нифига что с ними делают. Какие там им еще эти... Какими еще их паспортами обзовут после этого? Ну, ясно. Поживем, увидим. Я предлагаю за это заканчивать. Уже час общаемся. Да, я тоже думаю. Длинный ролик не получился. Ну, что, можно на разные темы пообщаться попозже будет. Ну, да. В следующий раз пообщаемся. Что, тем еще конечно, много? Конечно, много. Много есть что рассказать. Я сегодня не все озвучил. Ну, вот надо было основное, а не то, что всем известно. Ну, там тема другая маленькая, там не вексельная тема. А какая? Там больше про нас, про человеков. И вообще, что... в будущем, возможно, произойдет, и как этого избежать, и вообще, ну, такие мысли, как бы, знаешь, гоняю про себя, как все это сделать. Я когда, ты заметь, кстати, когда я говорю за банки, за ЖКХ, за что-то, тишина, как только я говорю за объединение, за общины, за волеизъявление, сразу крысы вылезают изо всех щелей, понимаешь? Мыши, крысы, всякие жабы, и начинают квакать, это, укусить пытаться как-то, поссорить. То есть, как план Даллеса работает на безотказно, понимаешь? Рассорить, высмеять и оболгать, короче, и все остальное. То есть, вот, все работает как надо. Поэтому и не первый раз заметил вот такая тенденция. Поэтому я думаю, что по темам общин нужно вообще как бы стараться больше-больше роликов давать и рассказывать всю эту тему. Так что вот как-то. Ну, давай так. Следующий эфир, это, ну, запись устроим, я не знаю, на следующей неделе созвонимся, по общинам пообщаемся. Да, можно. Я бы вообще хотел с главами общин ролик записать. Допустим, чтобы это их больше привилегия. У меня вот по всей вот этой вот упырятине больше, ну, вот что вообще творится. А по общинам и как вообще вот это вот все развить, это, в принципе, нужно, чтобы главы общин сели. Они же как в этой кухне, они постоянно, то есть круглосуточно. Я тоже, конечно, этого касаюсь, но многие вещи могу рассказать, но не так
как они это все сделают. Я озвучу, имеется в виду, грамотно. Поэтому, как говорится, не залезай пока не в свой котел с кашей. Не надо. Ясно, ясно. Добро, тогда на следующей неделе созвонимся, пообщаемся, Конечно. Вам всего доброго. Все, давай, благодарствую. Был рад тебя видеть. Взаимно. Пока.